Начало летних каникул для воспитанников Новодольского детского дома «Остров детства» совместило в себе дело приятное и полезное. В гости к ребятам наведались сотрудники регионального управления ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Гости поздравили воспитанников с окончанием учебного года и с прошедшим Международным днем защиты детей. В честь праздников для ребят была организована военно-спортивная игра «Лазертаг», где они показали свою сплоченность и умение работать в команде. На этом подарки не закончились. Детскому дому был вручен денежный сертификат, полученный командой ФСБ за победу в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Ульяновская правда». В благодарность ребята провели для гостей концерт, на котором продемонстрировали актерское мастерство, талант в исполнении песен и танцев. Дарья Сударева, новости «Ульяновской правды».